Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка, и чтобы все сработало, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки, и как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться, и при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Помнишь детскую игрушку калейдоскоп? Я тебе сейчас открою страшную тайну. С помощью нее в детстве тебя родители гипнотизировали. И сейчас я тебе это наглядно покажу. Только чтобы все сработало, делай все, что я тебе говорю. Перед тобой геометрический калейдоскоп. Выбери одну красную точку и смотри на нее на протяжении всего видео. От твоего выбора зависит эффект. А теперь поставь лайк и подпишись на меня, чтобы система это считала. Иначе иллюзия не будет действовать. Я серьезно, чтобы все подействовало, поставь лайк и подпишись на мой аккаунт. Сейчас я досчитаю до 3, и ты осмотришься вокруг и будешь в родительском гипнозе. 1, 2, 3. Что ты видишь? Это люди, которым невероятно повезло. Этот парень копил свое везение именно для этого дня. Сначала ему удалось попасть ручкой в отверстие спиннера. Затем с первого раза у него получился трюк с подбрасыванием бутылки. И у него снова получилось повторить этот трюк только с закрытыми глазами. Это просто невероятно. Этому лыжнику очень повезло, потому что под землю провалилось то место, по которому он только что проехал. И хорошо, что он сам туда не упал. Эти вещи кажутся съедобными, но на самом деле это не так. Эти горы очень похожи на нарезные огурцы. Некоторые из вас хотели бы такие шоколадные трубочки огромные. Что? Это вам покажется, что это вагон пельмешек или хинкали? Нет, это не яичница, и вот это тоже. Многим может показаться, что в этих вагонах огромные буханки хлеба. А это не мясо, а мыло. А вот это не оладушки, а грибы. И вот это не сыр, это губки.